Привет, друзья! Давненько я не снимал обзоры на прицепы караваны. И как бы все ремонты. Вот сегодня пришло время снять обзор на весьма интересный прицеп. Все мы любим путешествовать, иначе бы не было караванинга, спокойно размеренный отдых. Но есть люди, которые любят экстремальный туризм. И вот сегодня я покажу вам прицеп, который сделан специально для таких людей, которые любят залезть куда-нибудь повыше или забраться куда-нибудь подальше, куда никто заехать не может. Ну, это, конечно, не тот прицеп, который стоит сзади меня, а это прицеп американского производства Palomino Banshee модель B2. Прицеп, который оснащен передней площадкой для перевозки техники. Сюда можно загнать квадроцикл, сюда можно поставить мотоциклы, да хоть воздушный шар сюда с этой корзиной запихнуть. Здесь аппарели у нас, которые делают такой заборчик образуют для перевозки. Они очень легко снимаются. Давайте начнем сразу с них. Как вы уже поняли, это прицеп-палатка. Очень элементарно все снимается. Весят они, конечно, немало, потому что они должны быть мощные для того, чтобы загнать сюда квадроцикл. Вот так это все снимается. Аппарели раскладываются. И ого, можно загонять квадроцикл. Кстати говоря, размер площадки 200 на 135 сантиметров. Она, конечно, безумно прочная. Как видите, прицеп на такой вообще безумно прочной раме. Все сделано монолитно, все сварено, заварено. В общем, сделано все здорово. Пока оставлю это все так. Давайте сначала о технических... Ну, поговорим о технике. Ну, во-первых, как у всех караванов, спереди прицепа опорные лапы, которые выдвигаются, они очень длинные, они очень мощные, металлические площадки, все сделано кондово и монолитно. Кстати говоря, прицеп по документам весит 1,5 тонны. Ну, честно говоря, я сомневаюсь, хотя привезли его сюда, притащил его Volkswagen Transporter Т4 с бензиновым двигателем мощностью 102 лошадиных силы. Так что, в принципе, наверное, прицеп едет очень легко, потому что такая у него развесовка, задняя ось смещена назад. Грубо говоря, как вы прицеп фуры таскаете, вот приблизительно то же самое. Так, прицепное устройство. Естественно, оно американского образца. Как видите, оно просто вварено уже в саму раму. И для того, чтобы таскать этот прицеп, необходим фаркоп американского размера. Всего бывает три типа размера американских шаров. Они здесь установлен 2,5-16 дюйма. Именно по этим показателям нужно подбирать шар фаркопа для вашей машины, чтобы таскать именно этот прицеп. Если вы не знаете, американские прицепы оснащаются электрическими тормозами. Для того, чтобы они работали, есть специальная машинка. Сейчас я вам ее покажу. Это кронштейн крепления этой машинки в машине. Вы его можете поставить куда угодно. А вот сама машинка. Вот так она выглядит. Как что-то такое, что скорость меряет, короче. Антирадар. В чем ее смысл? Достаточно простое подключение. Здесь у нас идут 4 провода, плюс-минус. Плюс берется от аккумулятора. Масса, естественно, берется тоже, ну, откуда-нибудь в машине, где масса есть. Один провод управляющий и один провод, который берет питание с стоп-сигнала. Можно взять от фонаря, можно взять с лягушки, которая стоит на самой педали тормоза. Дальше, когда вы нажимаете на тормоз, импульс передается на провод, который вот здесь. Вот он в катушке есть, вот он отдельный провод. Можно сделать разъем, чтобы отключать машинку. Ну, до этого было просто скрутка стояла. Передается сигнал и срабатывают тормоза на прицепе. Здесь есть возможность регулировки мощности тормоза. То есть можно сделать поменьше. Если вы чувствуете, что прицеп накатывается на машину слишком сильно, вы можете сделать тормоза послабее. Также есть ретардер. Это вот такая ручка. Например, если вы штурмуете серпантины, и у вас очень длинный затяжной спуск, то есть вероятность того, что из-за того, что прицеп достаточно тяжелый, он будет толкать машину, вы будете тормозить, тормоза перегреются, и вы вместо того, чтобы зайти в поворот, проедете просто его мимо. Для этого есть вот этот ретардер. Вы можете вручную тормозить прицепом. Вот такая специальная машинка. Она, кстати говоря, устанавливается на все американские автомобили. То есть там уже в проводке уже все заложено, и когда вы покупаете американский прицеп, ну, в Америке я имею в виду, то у вас уже вся вот эта байда, она идет в комплекте. Здесь она тоже в комплекте, есть инструкция, можно почитать. По-моему, даже она с переводом, есть перевод на русский язык. Ну, в принципе, ничего сложного. Так, про шары я вам сказал, про машинку я вам сказал. Также вот на прицепе есть установлен вот такой мувер.
Интересная штука. Я раньше относился к ним достаточно скептически, потому что на AliExpress в свое время они продавались по 25 тысяч. Ну, вроде бы, такое, как она выглядит, особого доверия она не вызывает, но, как оказалось, достаточно тяжелый прицеп. Она, в принципе, вот, буксует, но тянет, смотрите. Все, можно ездить, можно поворачивать. Прикольно. Ну, естественно, в процессе движения мувер мы снимаем. Это сейчас он стоит, как бы, чтобы транспортировать прицеп. Он очень просто подключается. Здесь два контакта, когда ставите мувер. Вот это первый провод контакта. И здесь провод подключается на управление самой ручкой. Ручка снимается, потому что вам надо в процессе движения рулить. Все это вы убираете. Также здесь есть несъемное опорное колесо. Вот. Оно лежит где-то там внутри. То есть оно снизу выворачивается, а потом вы можете уже прицеп поставить на это самое опорное колесо. Здесь у нас под крышкой установлена лебедка подъема крыши. Ну, чуть позже я вам это все покажу. Ящика для газового баллона нет, поэтому газовый баллон вы возите либо внутри прицепа, либо возите его с собой в машине. Потом он ставится сюда. Здесь специальный разъем для подключения газового баллона, подключаете, все оборудование в прицепе у вас будет работать от газа. Ну что ж, об этом мы поговорили, давайте по самому прицепу. На прицепе на крыше установлены две солнечные панели по 100 ватт. Давайте сначала пройдем по кругу. Здесь у нас установлена маркиза, но я не буду ее разбирать. Она обычная ручная разборка, то есть раскрутили, там две штанги, штанги опускаются, вставляются вот в эти специальные кронштейны. Он спереди и в задней части. И маркиза. Размер я ее, честно говоря, не знаю. Я ее никогда не разворачивал. Собственно говоря, прицеп мне привезли для реализации. И в конце видео я озвучу вам цену. И, кстати говоря, прицеп 2008 года выпуска. Прицеп полностью внедорожный. 33 дюйма установлена резина внедорожная. Такая же запаска. Очень интересная подножка сделана. Вот такая. Все, блин, монолитно. Но минус в том, что подножка, она постоянно висит под прицепом. И если лезть куда-то далеко и глубоко, понятное дело, что она будет, скорее всего, цеплять. Можно упереться в какой-нибудь пень. Поэтому я бы сделал ее съемной. Она крепится всего на 4 винтах. И, соответственно, можно сделать ее съемной. То есть, как это сделать? То есть, ну, понятно, в принципе. Ну, в общем, я потом расскажу, кому это будет интересно. Ее можно снять, поставить на аппарель, закрепить ремнями и, в общем, возить ее с собой. Либо возить ее внутри, либо возить в машине, либо вообще не возить. В общем, вот так. Так, здесь у нас кассета для биотуалета Тедфорд. Удивительно, в таком прицепе даже туалет есть. И, кстати говоря, душ тоже. Здесь ночной свет. Установлены динамики. Здесь маленькая дверка, но эта дверка транспортировочная. В комплекте идет большая дверь с антимоскитными сетками. Когда вы приехали на место, разобрали прицеп, вы просто снимаете эту дверку и ставите сюда одну большую дверь. Она достаточно просто ставится за счет с помощью нескольких шпингалетов. Так, давайте сразу достанем здесь комплект оригинальных ковров. Пока их брошу. Опорные стойки для крепления спальных мест. Их 4 штуки. И две вот такие пластины для безопасности. Технику безопасности никто, кстати говоря, не отменял. Но это вы увидите чуть позже. Так, что дальше? Установлены динамики. Динамики абсолютно герметичны, а их используют в основном на катерах. Один динамик внешний, который будет играть под маркизой, и один внутренний. Идем дальше. Здесь у нас силовой бампер, задний свет. Это не задний ход, это принудительное включение для того, чтобы в темное время стоит прожектор, чтобы сдавать задом. Камера заднего вида, но камера не работает, там какой-то сбой, то ли в программе, то ли в камере. В общем, я бы ее просто поменял. Запасное колесо полноразмерное. Это такая абсолютно новая запаска. Не знаю, на литом диске, не на литом. Давайте посмотрим. Ну,
Такой же диск, новая запаска абсолютно. Приятно, приятно. Для того, чтобы разбирать прицеп, запаску нужно снять. Для этого вытаскивается вот такая скобочка. Вытаскивается фиксатор, и запаска просто опускается. Иначе вот эти планки, которые держат спальное место, мы не сможем поставить вот в эти упоры. Я положу это все сюда. Давайте идем дальше. Заодно по ходу движения буду отстегивать крышу. Так, здесь у нас горловина для залива воды в систему. Внизу висит бак на 100 или 120 литров. Он очень большой. Вот он, если будет видно, здоровенный бак. Система слива у него есть. Он жестко прикреплен к раме. То есть, ну, где-то литров на 100-то точно, как минимум. Подключение питания 220 вольт. Если вы не знаете, то все американские прицепы работают от питания 110 вольт. Поэтому внутри стоит повышающий трансформатор, от которого работает холодильник. Ну, в принципе, наверное, и все. Единственное, что здесь есть на 220 вольт. Выхлопная система холодильника. Работает это вот так. Очень интересно сделано. Так, сейчас я вспомню, как это все открывать. Да. Все системы в прицепе запускаются снаружи. То есть, если вы, как вы привыкли, в европейских прицепах все делается изнутри, то здесь запускается снаружи. То есть у нас регулировка подачи газа, работа 220 вольт, работа холодильника от 12 вольт и пьезоподжиг. Когда вы запускаете, здесь есть специальное окошечко, вы его открываете и смотрите, как горит газ. Все точно так же, как в европейских прицепах. Я думаю, это сделано для того, что когда вы приезжаете на отдых, вы запускаете все оборудование, холодильник, бойлер, обогреватель, все запускаете снаружи, у вас все работает, и пока вы разбираете прицеп, у вас как бы холодильник начинает морозить, горячая вода начинает греться, то есть происходит уже процесс. То есть все просто, все подписано, все ясно, и здесь еще установлены вентиляторы оттока горячего воздуха от холодильника, чтобы он лучше морозил. Так, сейчас я это все выключу. Система слива воды с раковины. Здесь выхлопная система газового отопителя и выхлопная система бойлера. Точно так же бойлер. Открывается, снимается крышечка. Здесь система управления бойлером. Так, сначала ставим на... Система выключена. Ставим на отметку пилон, пилот. Начинаем щелкать пьезоподжигом. Нажимаем, начинаем щелкать. Там мы видим, как горит горелка. То есть здесь большое, достаточно большое отверстие. Видно, как горит горелка. После этого мы отпускаем и ставим на он. Все, у нас система работает. Если бойлер вам не нужен, вы просто ставите на off, выключаете. Это регулировка воды. Средняя температура, низкая температура и горячая температура. То есть все достаточно просто. Слив воды с бойлера. Клапан. Это не слив, это система развоздушивания. То есть если вы заправляете воду в систему, вы открываете клапан, и отсюда у вас выходит воздух. Все, можно закрывать. Все оборудование полностью проверено, все работает, мы все включали. Ну, владелец как бы все за все сказал, отвечает. Так, что здесь? Здесь у нас, друзья, внешний душ. Гигиеническая лейка такая. Нажимаете, помылись, ополоснулись, включили бойлер, у вас горячая вода, можно спокойно помыться. В общем, все в целом замечательно. Так, что дальше? Система питания, как бы система водоснабжения с клапаном регулировки давления воды. Если у вас есть возможность подключиться к какому-либо насосу, насосной станции или к какому-нибудь там загородному дому, просто подключайте через быстросъем. Сейчас я открою ее. Вворачиваем сюда быстросъем, подключаем шланг, открываем насосную станцию, и у вас в доме постоянная вода. Так, снаружи мы все посмотрели. Ну что, пришло время идти внутрь. Открываем эти защелки. Здесь, ну это сейчас я вам покажу. Крышку я потом одену. Открываем. Открываем.
в комплекте у нас вот такой пульт. И мы можем спокойно как-то его включить. И начинаем поднимать крышу. Процесс не быстрый. Крыша, я так думаю, что очень-очень тяжелая. Она раздвигается. Раздвигаем ее до того момента, пока наши боковые стенки не натянутся. Ну, как вы уже поняли, что это прицеп-палатка. Но я думаю, это было понятно изначально. Пока подождем. Торопиться нам некуда. Погода прекрасная, светит солнце. Все замечательно. Здесь, кстати говоря, не свет у нас диодный. Вот так он включается. Нет, это, наверное, не он. Потом найдем. Все, стенки натянулись. Пультик нам больше не нужен. Убираем его на свое место. Что мы делаем дальше? Здесь у нас спальные места. Вы их так берете и просто выдвигаете наружу. У нас здесь вот эти опорные палки, они подписаны, две задних, две передних. Для того, чтобы вы во время ночного сна вдруг не упали куда-нибудь под прицеп с этой кроватью, то есть делается это просто вот так. Это ставится сюда. Это ставится сюда. И у вас отличное спальное место. Давайте сразу разберем переднюю часть, для того, чтобы нам можно было войти. Точно так же разбираем перед. Все легко выдвигается, все на роликах, все на подшипниках. Все элементарно. В принципе, разбирать прицеп, если вы разберете его несколько раз, я думаю, будет достаточно просто. Здесь упор у нас вот здесь. Приподняли, поставили. Если вы везете с собой квадроцикл, надо будет его сначала вытащить. Все, спальное место готово. Можно вот так посидеть и попрыгать. Здорово. Ну что ж, заходим внутрь. Что у нас внутри? Я сразу сниму дверку походную. Она нам сейчас пока не нужна. Так, идемте. Здесь у нас мойка. Мойка не просто сделана. Когда вы ставите мойку, замыкаются вон те два контакта. То есть сейчас у нас ничего не работает. Система питания от прицепа, она отключена. Как только я поставлю мойку на место, здесь идет у нас вот этот шланг с быстросъемом. Продеваем сюда для подключения плиты. Все, сейчас у нас моечка. Здесь у нас ставится кран. Наворачивается. Американская система. Право-лево. Здесь у нас диваны. Это обеденная зона, она же спальная. Как видите, сейчас у нас столик установлен. Сюда можно положить, ну, не очень высоких людей, так скажем. Так, где у нас плита? Сейчас я ее найду. Пока уберу столик сюда. Здесь устанавливается разделочная. Здесь у нас получается такая рабочая зона, кухонная. Сюда ставится, вот так задвигается доска. Дополнительная, сейчас я посмотрю как. Ну вот так. Так. То есть надо еще приноровиться, чтобы ее вставить. Что-то мне пока не удается. Вот. Ставится дополнительная доска. Здесь шкафчики, розетки USB. Две розетки на питание 220 вольт. Здесь у нас шланг для подключения питания 220 вольт. Вот такой вот обалденный американский уровень, который крепится на дышло. Смотрите, какая штуковина здоровенная. Так, плита.
сюда у нас устанавливается вот такая переносная плита. Кстати говоря, ее можно вытащить наружу. Там есть, по-моему, внешнее подключение газа. Она просто через быстросъем подключается. Дальше вы ее ставите сюда. Я сейчас так не буду ничего подключать. Сейчас давайте. Вот так она ставится. Это все убирается. И у вас она вот так же вдевается, как вот этот столик, чтобы она, ну, когда вы ходите, чтобы она не болталась. Все-таки это газ. Открываете. И у вас вот такая вот походная плитка. Три конфорки. Все здорово. Здесь окошки можно открыть, если жарко. То есть они заворачиваются, вот здесь цепляются. Сейчас у нас питание подключено. Можно включить свет спокойно. Здесь включить свет. Здесь у нас вентилятор. То есть для вентиляции, что если на случай, если душно. Вот. Так, конечно, какие-то нюансы есть, но надо понимать, что прицепу 15 лет, здесь вот что-то вот ремонтировались. Но скажу сразу, что вот эти все боковины, задняя часть, передняя часть, все это съемное. Это все очень легко снимается, если нужно, при необходимости, это все можно просто элементарно перешить. Здесь у нас пакетник на 220 вольт, установлен МППТ-контроллер, аккумулятор и... как он там называется, преобразователь постоянного тока, вот, на 3 киловатта. В общем, все работает, все отлично, ничего здесь мудрить не надо. Тут как раз висит вот это подключение, лягушка для подключения газа с гайками, и здесь опорное колесо. Так, столик, естественно, как вы понимаете, ставится у нас вот сюда, все очень просто, образуется обеденная зона. Давайте все это поставим. Это пока уберем. И здесь подушки. Так, подушки у нас одна чуть-чуть покороче. Она ставится сюда. Одна чуть-чуть подлиннее, по-моему. Дверь. Она ставится вот сюда. Все, готово. Обеденная зона. Надо, опустили стол. Можно спать. Кстати говоря, спать можно еще и вот здесь. Здесь у нас холодильник, дометик. Он такой небольшой. Он, скорее всего, даже, наверное, может, не как холодильник, а как морозильник какой-то работает. Он маленький, объем маленький, поэтому работает он, думаю, что... Ну, как владелец сказал, морозит он как чумовой. Здесь куча, также USB-зарядка, две розетки на 220, куча всяких шкафов. И вот это здесь у нас, это газовый обогреватель. Интереснейшая вещь, вот здесь у нас управление. Я не знаю, почему, вот в европейце, как вы знаете, везде установлены трумы, труматики, карверы, но вот это вообще интереснейшая штука. То есть газовый обогреватель с раздувкой. Все, что вам нужно, просто включить его. Все. Там стоит блок управления, он сам включит обогреватель, включит газ, зажжет его. То есть он работает как бы типа воздушного фена в Лубаста. И вы на этом пульте, на блоке управления, просто регулируете мощность потока и мощность пламени. Он все делает автоматически. Вот здесь можно задать температуру до 32 градусов Цельсия. Здесь у нас магнитола, понятно, пульт, колонка, включение внешнего, это включение заднего прожектора. И это пульт управления солнечными панелями. Как бы он дублирует МППТ-контроллер, чтобы вы видели, открыв дверь, сразу видели, в каком состоянии у вас находится аккумуляторная батарея. Здесь у нас лючок, вот то самое американское опорное колесо, оно здоровое и тяжелое, как от грузовика, блин. Здесь у нас тоже розетка, две USB-розетки и две розетки на 220 вольт. Антенна от радиоприемника. Но радиоприемник еще стоит американский, поэтому волны здесь идут не как бы половину наших частот нет. То есть будет работать типа того, что 103,7, вот это, все, что заканчивается на нечетное число. Вот, печка сейчас, она, я ее включил, сейчас я ее уже выключил, но идет продувка. То есть пока
ну, она думает, что котел горячий, у нее есть определенный цикл работы, и, соответственно, она будет дуть, пока она не, как бы ей не покажется, что котел остыл. Как только она подумает, увидит, что котел остыл, она сама выключится. Ну что, давайте дальше. Здесь я вам все рассказал, тут рассказал. Тут самая необычная вещь, наверное, в этом прицепе. Я не знаю, зачем это сделано, но это прикольно. Как видите, здесь у нас шторки от душевой кабины. Это, по сути, такой большой стол, куда можно что-то поставить, что-то на нем разместить. Но это явно для экстремалов. Даже такие вещи сделаны в этом прицепе для экстремалов. Это душ и туалет. В этом прицепе есть кассетный туалет Тедфорд. Все как обычно. Все работает. Электрический слив. И есть душевая кабина. Можно даже помыться. Причем горячей, как вы уже поняли, водой. Прикольно. Ну, не знаю, как это все использовать, но раз уж это есть, это здорово. Очень интересное решение. Если не надо, я бы, например, приехав с таким прицепом, поставил бы проще туалетную палатку, а пользовался вот, когда тепло душем. Но когда холодно или когда приспичит, я думаю, что и в такой туалет тоже можно сходить. Давайте перейдем к спальным зонам. Как это работает? У нас есть вот такая планка. Она регулируется по длине. Соответственно, вы можете сделать разную натяжку спальной зоны. Мы берем эту железную штуковину. Упираем вот сюда. Я просто все это хозяйство натягиваю и цепляю просто за этот крючок. И у меня вот такая двухспальная кровать здоровенная. Соответственно, здесь у нас все вот это когда ослаблено, вот это иногда выскакивает. Здесь бы вообще здорово сделать на люверсах. Мне кажется, было бы интересней. Но она выскакивает, ее когда крыша вот здесь вот сейчас было сложено, можно спокойно заправить, натянуть, чтобы все вот это было заправлено. А здесь еще уже молния застегнута. То есть молния вот так застегивается. В процессе движения вам надо, ну, ее не надо застегивать. Когда вы уезжаете, проще все это раз-раз, чтобы все было ослаблено. Абсолютно новые матрасы и сзади, и спереди. Там у вас можно открыть окошко, здесь можно открыть окошко. Сейчас я посмотрю, есть ли здесь москитные сетки. Да, тут у нас москитная сетка, если видите. Вот она. То есть все это натягивается. Вот здесь вот так же все это скрепляется на молнии. Все это натягивается, скрепляется. Снизу по внешнему периметру у нас также все это фиксируется на липучке, чтобы вам не дуло. Ну, в общем, я думаю, в такую погоду, как сейчас на улице, в этом прицепе будет просто прекрасно. К тому же еще он очень высокий. Так, давайте разберемся с задней спальной зоной и уже с дверкой. Задняя спальная зона. Здесь все то же самое. Здесь у нас свет, датчик задымления, ручка. Если вы забираетесь на кровать, вы можете за нее взяться. Она очень прочная. Сейчас я возьму, уберу дверь, которая идет стандартная. И точно так же разложу эту кровать. Все, все разложено. Здесь точно так же соединяем все на молнию. Все соединяется. Но сейчас я не буду крупить. Я уже пробовал это делать. Такой, ну, не скажу, что долгий процесс, но это все надо застегивать здесь, подтянуть. Потом снаружи обойти липучкой, все это закрыть. Да, когда он собирается, он получается такой интересный. Ну, надеюсь, что герметичный. Но крыша точно течь не будет. А материалы, ну, в принципе, я могу сказать, что они такую на твердую четверку, 4 с плюсом, потому что, ну, время 15 лет, это все-таки достаточно большой срок. Вот так у нас все раскладывается. Давайте покажу вам дверь. Я не буду ее ставить. Как видите, у нас сейчас там все свободно. Это верхняя часть. Здесь вставляются барашки
закручивается, дверь прижимается вот к тому уплотнителю, чтобы вода не попадала. А снизу просто ставите дверь и вот на такие ее барашками ее просто прижимаете. Дальше у вас здесь можно дверь открыть по американской системе. Верхняя москитная сетка. Она имеет разную высоту регулировки. То есть можно сделать так, так, ну как вам нужно. Так, сейчас я ее закрою. Так, ёлки-палки. Надо все-таки было, наверное, ее поставить. Так, все, сейчас я ее закрыл. Можно поднять нижнюю часть. Она тоже поднимается. И будет вентиляция снизу идти. Ну и, конечно же, у вас получается, когда дверь стоит, нажали ручку. Так, что у нас тут мешает? Открыли дверь. Вышли, зашли, дверь закрыли. В общем, вот так все это работает. Единственное, что у меня выскочило вот это. А, все, вот. Пазы вставили. Вот, вот такая дверь. Это специальные фиксаторы. Они вставляются вот сюда. Они так поджимают. Они вот сюда в эту щель вставляются. Когда вы дверь снимаете, чтобы она не упала на вас, то есть она тогда, дверь у вас виснет на этих тросиках, после чего вы берете ее так, снимаете аккуратненько и кладете на транспортировочное место. Ну вот, друзья, вот так вот все это выглядит внутри прицепа. То есть 2 плюс 2 у нас спальные места, плюс можно положить кого-то здесь, можно положить кого-то здесь. А кто-то, может быть, будет спать под маркером. Все, дверь я сюда положу. Ну что, пойдемте выйдем на улицу. Хорошая подножка. А, да, что я забыл еще вам показать. Для чего нужны вот эти упорные пластины? Вот эта одна подмята. Видимо, на нее забыли ее убрать, и колесом на нее наехали. Они вставляются вот сюда. Это обязательно нужно сделать, потому что вставляются они наискосок, потому что, не дай бог, оборвется трос. Не знаю, сколько весит крыша, но весит она до хрена. Чтобы крыша не упала на вас, обязательно ставите вот эти две упорные пластины наискосок. Либо так, они будут держать крышу в случае обрыва троса или каких-то непредвиденных ситуаций. Так, здесь у нас внешний свет, подсветка. И где-то здесь еще... А, вот здесь вот как раз включение насоса. Насос установлен в баке. Когда вы включаете, насос начинает работать. Не, он, кстати, где-то там урчит. Не знаю, в общем, где он. Насос начинает работать. Он с датчиком давления. Давление набралось, система выключается. Открыли кран, вода полилась. Собственно говоря, все просто, все как обычно. Так, ну что, теперь уже точно можно выйти на улицу. Фу, устал говорить. Вот такой, друзья, интересный прицеп. Прицеп реально для экстремалов. Мощнейшая рама. Да, кстати говоря, на прицепе установлена грузовая резиново-жгутовая подвеска. Та, которая устанавливается на прицепы, которые перевозят автомобили, на автовозы, которые возят тяжелые лодки. В общем, все такое. В общем, очень надежно. Чем она отличается? Формой рычага. На обычных прицепах-караванах, если кто-то обращал из вас внимание, рычаг у нас немножко уходит в бок, и то есть образует такую, как бы загиб такой образует. Из-за этого очень большие неподрессоренные массы, колеса очень много весят, как бы вверх, как бы вот так завалиться. На грузовой балке у вас рычаг абсолютно прямой, 90 градусов, и он работает только вверх-вниз. Из-за этого эти балки держат очень большую нагрузку. И их можно очень сильно нагружать. Именно такая балка установлена на этом прицепе. И при этом у нее еще горизонтальное крепление к раме. То есть балка просто прикручена к раме. Если у вас появится желание еще поднять выше этот прицеп, вы можете просто открутить балку и просто поставить туда какие-нибудь проставки, насколько вам надо, 5, 7, 10 сантиметров, прицеп у вас еще поднимется. Клиренс, конечно, вы этим не увеличите, но зато увеличите очень серьезно геометрическую проходимость этого прицепа. Так, что еще можно сказать? Внешние панели. Это пластик. Спереди панель отделана алюминиевым профилем. Сзади здесь у нас панель. Это стекловолокно.
Не могу сказать, что оно в идеальном состоянии. Ну, как бы время, просто время. Здесь ничего, никаких протечек нет. За вот этим пластиком, за этой стекловолокном, там уже стена. Весь прицеп абсолютно сухой. Но я думаю, вы и сами понимаете, что раскачать такой прицеп, чтобы он начал гнить, ну, это просто... просто невозможно. Поэтому, наверное, было бы интересно заменить это тоже на алюминиевый лист. Все так закатать. Здесь очень легко все разбирается. Снимаются эти уголки, берется размер. Все делается. Будет здорово. Ну вот, друзья, такой вот прицеп. Ну что, сейчас я его буду собирать. Почему сделан пульт? Кстати говоря, в обычном заводском исполнении здесь не электрическая лебедка стоит, которая работает от аккумулятора, а обычная такая, знаете, как... катера на прицепы, которые перевозят катера, затаскивают. То есть такая, крутишь, потом установили электрическую, потом установили уже систему с пультом. Что, для чего ее установили? Когда вы опускаете крышу, сейчас я вот это уберу. Процесс опускания, кстати говоря, проходит гораздо веселее, потому что крыша весит немало. Когда вы опускаете крышу, так что-то я опять забыл включить. Вот, когда вы опускаете крышу, вам необходимо ходить вокруг прицепа и постоянно вот это все, чтобы туда запихать. То есть она собирается, вам надо это все туда вложить. И с пультом это очень удобно делать. То есть один человек вполне спокойно может собрать весь прицеп, не прибегая как бы к помощи других людей. Если пользоваться лебедкой с выключателя, который стоит на дышле, то, соответственно, либо придется постоянно ходить туда и как бы потихонечку опускать все это, затаскивать, либо нужен кто-то из друзей, который будет ходить и запихивать все это туда. Вот здесь вот сеточка немножко, видите, порвалась. Ну, в целом материал очень хороший. Здесь какие-то ремонты производились, но ну, 15 лет, есть 15 лет, поэтому ничего тут. Не надо думать, что этот прицеп будет новый. Здесь, кстати, когда вот вы молнию собираете, вот так все вот это вот на липучке скрепляется. И получается такая достаточно классная коморочка. Что еще прикольно, кстати, я очень много путешествовал с палатками, то есть мы когда выезжаем с отрядом поисковым, мы постоянно живем в палатках. Вот что бы я сделал, я бы на этот прицеп сшил такой навес. Ну, не навес, а такую накладку. И тогда в нем, хотя, в принципе, владелец сказал, что он выезжал с ним в ноябре, и за счет обогревателя было очень тепло, ну, в принципе, тогда можно с ним вообще круглосуточно путешествовать, потому что, когда из целлофана у вас такая накидка на прицеп будет, ну, как мы делаем на палатку, то есть можно спокойно зимой в палатке ночевать, даже если палатка не зимняя. Вот, друзья, такой вот интересный прицеп. Несмотря на то, что это прицеп-палатка, он в комплектации, которая даст фору многим европейским прицепам, повторюсь, 2008 год, абсолютно целый, крепкий, абсолютно 100% рабочий прицеп. Будет он сейчас выставлен на продажу, и стоить он будет 1 500 000 рублей. Если прицеп, если вы видите объявление на Авито, значит, он еще продается. Если нет, значит, прицеп продан. Дорого или это недорого, это уже будет решать покупатель. Моя задача — показать вам его, рассказать все о нем и как бы оформить документы. Все остальное вы будете решать, там, стоимость покупки, вы будете решать уже непосредственно с владельцем. Все, друзья, не отнимаю у вас больше времени. На этом все. Всем удачи. Пока.